добавили новую локацию под названием Эпицентр. И все самые первые начальные квесты тоже там. Я их уже прошел, так что давайте расскажу, как же их выполнить. Первый называется «Стрельба по баночкам от прапора». Нужно найти будет пулемет, утес. Вот он, располагается в этом окне. Вашим ориентиром будет данное здание Terra Group. Также есть еще соседнее здание и здесь Т-образный перекресток. Все, что вам нужно, это просто к нему подойти. Для этого зайдите в здание. Имейте в виду, здесь будет ПВП, потому что много кому сюда надо. Дверь открывается. Тут просто открываете входную дверь и поднимаетесь по лестнице. Естественно, у БСГ так просто ничего не бывает, поэтому придется пробираться через колючую проволоку. Далее сворачиваем вот сюда. И все, мы добрались к пулемету под названием «Утес». По диагонали, вон там наш утес, располагается АГС, вот в этом окне. Ваш ориентир является Гагарин, отель. Напротив него располагается вот это здание, соответственно, точно так же. Забегаете вовнутрь, поднимаетесь наверх, а далее все, что нам нужно, нужно еще выше подниматься. А далее ищем просто комнатуху. Не та, что ближняя, а именно центральная комната, и там уже будет располагаться необходимый нам АГС. Вот вам для закрепления та самая карта, по которой ориентировался я. Спасение крота от механика. В нем вам нужно будет здание Terra Group, которое прямо напротив того самого утеса. Заходим вовнутрь. Пробегаете сквозь парковку, имейте в виду, здесь бывают боты, опять же ЧВК, это очевидно. Все, что вам нужно, это будет пробраться из этой парковки вовнутрь здания. Сделать это можно разными путями, но мы пойдем вот так. Зайдя сюда, у вас уже засчитает какую-то часть квеста. Чтобы продвинуться дальше, вам нужно будет зайти вот сюда. Вы увидите брошенные лифты, обвалы, и среди всех этих обвалов будет валяться мужичок. Внутри этого мужичка вы найдете одноразовый ключик. Возьмете его, и дальше вам нужно подняться на второй этаж и найти комнату номер 4. Найдя эту комнату, открываете, и в середине будет стоять стол, внутри которого вы найдете жесткий диск. Я не знаю, может там есть и другие спауны, но я нашел именно тут. Выносите данный хард, и квест будет закончен. Напоминаю про бусти, зайдя на который ты найдешь миллионы гайдов, разборов, регионы для фарма и прочее-прочее, и все по низким ценам. Второй важный квест для нас, уже от терапевта, называется «Первой в очереди». Все, что нужно, это найти медикаменты, их ты надыбаешь либо в ботах, либо в сумках, либо еще где. А также выйти на определенном выходе. Располагается он недалеко от здания Terra Group, по диагонали от него. Рядом находится скорая помощь, куча трупов, просто подходите к ним и вас выпускает. Все, квест закончен. Квест от лыжника по коням. Нужно выйти на платном выходе. Тут все элементарно. Берем правую часть от здания Terra Group и там вы найдете машину. На ней выходите. Еще один из начальных квестов – это «Роскошная жизнь» откроется после пробы пера. Ваш ориентир – это парадная часть здания Terra Group. Ровно напротив него находится данный винный магазинчик. Также еще здесь неподалеку огроменный спуск. Вот здесь центральная дорога, что идет спуском вниз. Изначально вам просто нужно зайти в это здание. Сюда зайдете, у вас пиликнет первая часть квеста. Далее вам нужно найти бутылку вина. Не знаю, динамический спаун или нет, но опять же я нашел ее, кажется, в этом углу. Все, берете эту бутылку и идете на выход. Квест выполнен. Пока что из начальных квестов это все. Если что, буду держать вас в курсе в своем телеграме. Не забывайте подписываться. Увидимся в следующий раз. Удачи!